Народ, всем пламенный хелло, приветствую вас на канале Swim the Van. И сегодня теплого солнечного Нэшвилл, штат Теннесси, и Lamborghini Нэшвилл сейчас проезжаю. Просто здесь огромная плаза, и Porsche, и Audi, вообще, по-моему, вся группа Volkswagen. И, в общем, ну что, не все время снимать Chevrolet в колхозах, поэтому посмотрим. В Теннесси тоже имеет такие вот автосалоны, которые мы с вами в Нэпл смотрели, в Майами, естественно. Сейчас посмотрим здесь, ну давайте глянем, что тут есть, и дальше отправляемся. Вообще еду в BMW-центр, там посмотреть, что там и как. Ну и давайте глянем, тут у нас с вами 23-й год, Lamborghini Huracan, техника, 329 тысяч долларов, и эта машина с пробегом 2436. Lamborghini Нэшвилл, это все канун праздника Хэллоуин, поэтому тут небольшие украшения такие. Так, что тут у нас? 22-й год, Huracan Eva Spider, пробег 7700 и 294 900. Ну, в общем, так, здесь, к сожалению, у нас нету на нем ценника, но я его, по-моему, у нас в Naples показывал. Это у нас Rivuelta Lamborghini. Ну, ладно. Так, по урусам. Что здесь у нас по урусам? Продана машина, к сожалению. Кстати, роскошнейший цвет. Я не знаю, видно ли будет вам, но цвет просто... просто улет. И новый урус. Давайте глянем, что тут у нас по цене. Значит, это у нас с вами... Lamborghini Urus, 24-й год. Это новое авто. И цена на новый такой автомобиль у нас... Та-та-та-та-тан. Смотрим, 270 тысяч долларов. Здесь у нас Frozen Grey цвет. Он весь матовый. Карбоновые вставки, естественно. Перформанс, ну у нас, перформанты, простите, перформанты, теперь они идут все, перформанты, и поэтому теперь можно не ошибаться, это 24-й год, они сейчас перестали выпускать, типа, бейс-версию, которая, ну и давайте глянем, что тут у нас по ценнику. Так, это у нас 24-й год и 333 тысячи долларов. Ну, вот так вот, такая вот компоновка. И бомбический, просто нереальный цвет. Это надо, конечно, видеть его вживую. Я не знаю, будет ли у вас видно на ваших экранах. Но, в общем, поверьте, это очень необычный цвет. 24-й год, Urus S. 289 900. Просто нереальная бомба, а? Огромная эрия. И мы с вами отправляемся дальше тут. Вот все подряд автосалоны, огромные площадки. Поэтому Теннесси очень интересный штат для покупки автомобилей. Выбор колоссальный, конечно. Ну и, друзья мои, BMW Nashville мы доехали. Это уже, в принципе, пригород Нэшвилл. Поэтому... сейчас вам поснимаю ценники, что да как тут. И комплектации, и цены, все посмотрим. Невероятно огромная парковка. Кстати, компания представлена, группа компаний Sonic. Это Fort Myers, BMW, то же самое. Очень крупный автодилер. Сеть автодилерских по США. И вот, пожалуйста, 25-й год. Кожа Мерина. Это у нас с вами M60 4.4. Кристал пакет. На Harmony, ну, в принципе, все основное есть. Сзади у нас с вами капитанские кресла. Нэшвилл. И давайте посмотрим. Ценник у него 116 тысяч. Так, куча X5-ых. И вот X3, тоже X3. Это X1, а это у нас новый X3. Давайте посмотрим, какие у нас здесь версии представлены.
Значит, 55 800, я уже снимал его. Это 25-й год. Это у нас 2 литра. Твин турбо, белый салон. Ну, мне кажется, привыкнем мы тоже к этой машине. Это, кстати, 330-й X-Drive. Так, здесь вот прям ряд такой фантастический, классный по этим, по опциям. Стоковый X7. Трехлитровый. На Сан-Софине стоит и не видно отсюда. У нас там внутри стоит этот. Ладно, давайте посмотрим 60-ку еще вот такую. Skyscraper Grey, красивейший цвет. Индивидуал салон. И, блин, опять убрали тоже. Тоже убрали они стикер, Windows стикер. Ладно, давайте идем с вами дальше. А есть ли скидки на новый X3? Ой, вернее, на предыдущий X3. Тунс, они, видите, убрали, короче говоря, оторвали. Оставили только короткое описание. Ну, в общем, своеобразные ребята. Я как-то покупал у них несколько машин, отправлял вам. Поэтому... Так, и вот X3 M50. Кто-то у меня запрашивал, ребята. Сейчас посмотрим с вами на ценник. Здесь тоже нет Windows стикера. Они убрали везде, видите, стикер туда положили, вовнутрь. Ну, вот у этого есть. Это у нас, кстати, 40-ка, по-моему. Диван, мерина черная. Да, 40-ка, трехлитровая. Extended Shadowline, Crystal пакет. Хорошая машина, заряженная вполне. Такая. Все, что необходимо, есть. И судя по кнопкам обогрева подстаканников и охлаждения, это у нас стоит Executive Package, конечно же. Значит, еще будет крыша Sky Lounge. И 102 тысячи за это авто. Так, ну что. Ну, кстати, S-Drive, видите, тоже S-Drive представлены. Так, вот он, красавчик. M50. Как раз таки про него спрашивали. X3 M50, это самая заряженная версия последней. Вот он сколько стоит. Я пока вот бежевый цвет, кстати, тоже M50. Глухие ноздри. Очень красиво смотрится машина. И да, есть цена. Значит, цена на это авто у нас 70 775 долларов. И он есть вот в таком вот бежевом цвете еще. С черными ноздрями, кстати, этот цвет смотрится, это какой-то новый цвет у BMW. А... 69 тысяч. Ну, в принципе, все они примерно в одну и ту же цену. Спрашивали, как говорится, нашли, ответили. На самом деле, вот за этой машиной я сейчас и гоняюсь. Потому что почему-то спрос на нее пошел. Он, кстати, 3 литра. Твин турбо. Так, пока при случае зашел вовнутрь. Хочу показать. Значит, 24-й год. Манхэттен грин цвет. Это M60 X6. Кстати, большая редкость по нынешним временам. Потому что X6 вообще не показывающие X6. Друзья мои, я бы показывал, если бы они были. А их почему-то крайне-крайне мало. Они есть, но их мало. Поэтому вот вам, пожалуйста, Манхэттен Грин. И сейчас посмотрим, есть ли на него Windows стикер тоже. Странные ребята вообще здесь, в этом Сонике. Нету нигде ценников, блин. Еле выискиваю вам машины с ценами. Но, тем не менее, имеем то, что имеем. Ладно, пойдемте дальше. Нету цены. Бесценная машина. Доводчиков нету, кстати. Дима, если смотришь, видишь, доводчики мы тебе доставили на твой... Белоснежный, классный, самый навороченный X6. Собирали все-таки индивидуально, там было классно. А вот мой стоит. Друзья мои, я решился на другое авто, поэтому это авто у меня продается. Кому будет интересно, я его готов продать. Деньги суперадекватные, поэтому пишите, кому нужно будет по поводу этого автомобиля. Договоримся. У меня шикарная мерина, Crystal пакет, Executive пакет, Sky Lounge, доводчики дверей, вообще очень богатая комплектация. Поэтому кому нужно будет, если что, пишите. Ох, да не, если вы смотрите тоже, вот такой вот отправляли мы Skyscraper Grey на таких же индивидуал дисках. Оно это, правда,
60-ка, 4,4, а мы 3-литровую 40-ку отправляли. Бомбическое авто. 123 тысячи стоимость. Crystal пакет. И стоит Bauer Wilkins даже. Посмотрите. В общем, вот это полное. Так, миник. Ну, хотите, покажу вам. Countryman. 42 тысячи. Не знаю, кто покупает миники. Ну, как, покупают, конечно. Тут их вон много. Но... Так. Еще один Manhattan Green с черными дисками. Это тоже у нас 4,4 двигатель. Так, мы сейчас подойдем, там хочу показать вам цвет интересный на X3. Вот этот вот Brooklyn Grey, кстати, впервые вижу. Так, цена 101 тысяча, что у нас есть? Молодцы, National, практически везде, смотрите, стоит Individual Merino, Crystal пакет, Harmon, то есть, ну, в общем, все по-богатому. Молодцы, хорошая комплектация собирает фары, правда, здесь вот с голубыми вставками, ну, кому-то нравится, так что... It's okay тоже. Так, а вот X3 в цвете Brooklyn Grey с черной крышей. И это у нас с вами 58 тысяч долларов. Это, причем, смотрите, это X3 3i. И двигатель 2 литра. Ну, красивая комплектация. Он полностью в... Да, 330. Он полностью в M-обвесе. Очень-очень неплохо смотрится, поэтому кто гоняется за новыми X3, вот, пожалуйста, большой выбор здесь. Пишите, кому надо будет. Выкупим и вам отправим. Ну и белый вот этот красавчик тоже. А это юбилейная версия. Я как-то ее показывал уже. Очень странная версия юбилейная X5. Они слепили из того, что было. Как-то, в общем, какой-то... Вот здесь вот написано у них Silver Edition Anniversary. Пятерки классные тоже, давайте посмотрим по ценам. Ну, вот этот цвет, конечно, зачет. Он очень красивый цвет, очень богато машина выглядит. Ну, прям очень богато. Я думаю, что многим понравится цвет, тоже один из модных цветов будет. Как он называется, бы еще увидеть. Сейчас посмотрю, попробую вам найти. Так, нашел таки цвет, называется он Dune Grey Metallic, то есть вроде как он серым оттенком, но дюн, то есть имеется в виду дюны, да, поэтому у него реально какой-то немножечко такой песчаный цвет, то есть он смесь серого, песчаного, очень красиво смотрится. Вживую просто надо видеть, то есть мне кажется, зачет. Так, пятая серия, это у нас какая, давайте посмотрим. А, это i7, простите, это i7, вообще 60-й. Зато полный привод. 128 тысяч долларов. Не знаю, есть ли там у нас с вами. Нету театра. Практически нигде не встречал. Так, iX. Ну, сейчас я пойду. Вот семерка еще 760-я. Тоже у нас, по-моему, она без... Да, без театра. Так. Это E50. E50, простите, если так... И Drive 50, i7. Тут у нас закрыли шторкой, и поэтому мы ничего не увидим. Но 121 тысяча. Но у нас нету здесь, к сожалению, нигде театра в этих машинах. Но найдем, кому понадобится. Так, iX и еще один iX. На вторичке, друзья мои, вообще шикарные прайсы. Посмотрите ко мне в телеграм-канал, зайдите, посмотрите. 121 тысяча стоит. Это у нас iX-M60. Это у нас полностью электричка, поэтому... Ну, все эту машину уже знают, тоже она не нуждается в представлении. Смотрите, с бежевым салоном. Очень красивый салон, 90-95 тысяч. А вот на вторичке можно их найти с шикарнейшими предложениями, просто фантастическими. Так, ну что, а вот еще, давайте вот это вот посмотрим, вдруг на него есть прайс. Ой, там он X2 стоит вишневый. Так, X40, X7, Shadowline Extended, черные диски, сзади у нас капитанские кресла. Ну, такая достаточно не сильно полная комплектация, потому что нет кристалл пакета, Сансофин стоит, капитаны. И при этом цена у него 95 тысяч долларов. А вот там у нас стоит X2 вишневый.
будет цена, покажу. Но, в принципе, я показывал уже неоднократно, поэтому посмотрите, у меня ролики BMW, заставка BMW, поэтому... Так, 2.8i, X2, есть цена с бежевым салоном, и цена у него 48 тысяч долларов. Двигатель 2 литра. Так, ну все, на сегодня я вам показал BMW. Надеюсь, было интересно в плане цен посмотреть. Я вроде постарался охватить все модели. 440-я. А, вот это вот 440-я. Это у нас стоит Гран Купе 235-я. И цена у нее 56 235. 330i. Это плагин гибрид. Цена 53 тысячи. Двухлитровый двигатель и плюс силовая установка. Так что как-то так, друзья мои. Вот я вам, в принципе, все основные модели продемонстрировал. Ну, давайте восьмерку. Здесь у нас нету у нас прайса на нее. Новые четверки. Это кабриолет. Convertible. 75 тысяч долларов. 76, простите, 500. Это у нас 3 литра, естественно, 440-я convertible. Такая у меня была, тоже показывал. Очень часто, когда я показываю какие-нибудь машины, обсуждаю и говорю цены, там, некоторые спрашивают, на чем я езжу. Ребят, я сейчас показывал только что. Я езжу сейчас сам на X5. Но планирую кое-что поменять. Так, это у нас красавица пятерка. Это i5. И цена у нее 75 тысяч долларов. Так вот покажу. Почти 76. До налогов, естественно. Все, друзья мои, пока-пока. Как всегда, увидимся завтра. Я снимаю пока вам из Теннесси. Тут я по делам еще какое-то время буду. Так что еще наснимаю вам контента. Будут интересные автосалоны.